Меня зовут Некова Светлана Николаевна, старший научный сотрудник зав. Лаборатории генетической коллекции томата Института биологической защиты растений. В стране основной движущей силой для развития биологического земледелия, органического земледелия служит здоровье нации. По данным ассоциации, Всероссийской ассоциации здравоохранения, здоровье нации зависит на 5% от самого здравоохранения, на 20% от генетических факторов, на 25% от окружающей среды и на 50% от здорового питания и правильного образа жизни. Мы сегодня находимся в хозяйстве Сергея Трони. Здесь заложен опыт по выращиванию экологически безопасного картофеля по системе защиты компании «Биотехагро». Картофель – это вариант совершенно без обработок. Про «Биотехагро» я уже сказала. И эталон или стандарт – это по системе защиты в хозяйстве, то есть с использованием химических препаратов. Что хотелось бы отметить? Изначально был проведен анализ почвенной микробиоты и семенного материала на наличие патогенной микрофлоры, после чего в варианте с «Биотехагро» в почву были внесены микробиологические удобрения и микробиологические препараты для оздоровления почвенной микробиоты. И семенной материал тоже был обработан. С «Биотехагро» мы наблюдали более ранние всходы по сравнению с контролем. Эти всходы были более дружные. Также отмечалось более дружное цветение, большее количество побегов в варианте с «Биотехагро» в сравнении со стандартом. Это на один побег больше, в сравнении с контролем на три побега больше. И хотелось бы еще отметить по созреванию картофеля в варианте защита микробиологическими препаратами «Биотехагро» раньше на неделю наступило полегание стеблей, в связи с чем мы можем делать вывод о более раннем созревании картофеля. Мы находимся на участке, который выращивали под защитой биопрепаратами компании «Биотехагро». Здесь основной упор, конечно, мы делали на восстановление почвенной микробиоты, и по вегетации работали профилактически и по прогнозу. Вариант контроль без применения каких-либо средств защиты. И мы видим скелетированный куст картофеля, поврежденный колорадским жуком. Это вариант эталон или стандарт с применением химической защиты. Здесь также наблюдаем личинок колорадского жука, но их гораздо меньше, чем в контроле. Мы провели предварительную оценку биологической урожайности в заложенных вариантах, и получилось, что лучшая урожайность была в варианте с применением микробиологических средств защиты компании «Биотехагро». Здесь урожайность на 150 центнеров с гектар превышала урожайность в контроле, и на 30 центнеров с гектар превышала урожайность в стандарте, там, где применялись химические обработки. Данный опыт наглядно показывает, что биологическая защита работает, и мы можем получить не только экологически чистую продукцию, но еще и повысить урожай и сохранить окружающую среду.